Приветствую вас на канале «Жизнь в деревне». Сейчас в сети много людей обсуждают проблему глобального потепления и поднятия уровня океана. Так вот, глобальное потепление коснулось нас, поднятие уровня мирового океана пока не коснулось. Хочу показать на нашем примере. Этот совок наш, в котором мы в свое время ловили рыбу, купались, когда были маленькими. Но последние лет 10 уровень воды в ставке начал резко падать. Хочу показать. Здесь вот у нас такая дамба сделана для машин. И по плитам видно, какой был раньше уровень воды. То есть сейчас уже больше, чем на метр. Вот такое сооружение. Оно защищает от перелива воды. Раньше весной воды было много, и получается, чтобы дамбу не разрушило, вода через верх уходила в соседнее озеро. Так вот, здесь метр с чем-то, то есть вот 1,50 м, наверное, вот в среднем был уровень такой воды. Вот по плитам видно. Сейчас вода упала. Здесь раньше ловился короб, карась. Сейчас остался только мелкий карасик. Так что глобальное потепление нас коснулось. А глобальное поднятие уровня мирового океана пока до нас не дошло. В колодцах вода также пропадает. У нас дома колодец, мы с колодца ведер 15-20 воды раньше. Сейчас же в день 2-3 ведра воды можно с колодца достать. Плюс также вода здесь была прозрачная. Мы играли еще детьми у квача. Можно было открывать глаза под водой и ловить своих противников. Так что вот так. Берега все зарастают. Раньше здесь был сделан трамплин. И мы ныряли в воду. Сейчас там где-то по колено воды. Ранее, когда вода поднималась, она переливалась и уходила в соседнее озеро. Но сейчас уровень упал. Может, когда-то поднимется с уровнем мирового океана. Вот по плитам сколько было воды и сколько в данный момент есть. Вот здесь, где у нас растет сейчас камыш, раньше ловили рыбу вечером и утром, а днем вся детвора купалась. В нашей деревне несколько ставков. Сейчас я вам покажу еще два. Здесь у нас был ставочек небольшой. Очень много карасей было. Карпы ловились по 3-4 килограмма. Редко, но ловились. И вдалеке видны деревья. Такой его был примерно размер. Сейчас воды уже здесь несколько лет нету. Все заросло. Пройти там практически невозможно. Следующий был ставок. Вода ушла. Дальше метров через 400 вода там есть еще. Здесь вода уже года 2 или 3 не появляется. Нет воды. Не набирается. Вот так и живем. И ждем дождей. Так что цените и берегите воду. Здоровья вам и благополучия. Все вот эти холмы у нас покрыты земляникой. И здесь столько земляники будет весной.